Яндекс News. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Олег Веков в студии. И телефоны, по которым вы можете звонить к нам в студию, 67212-939, 67213-939. Пишите также в WhatsApp 2306191. К нам периодически, регулярно приходят постоянно представители разных сфер бизнеса, и перевозчики, и рестораторы, и представители, там, организаторы всевозможных культурных мероприятий, концертов и прочих-прочих. И, конечно, все в смятении, все в ужасе, все в шоке, потому что вот COVID-19, коронавирус оказывает огромное влияние не только на наше общество, не только в плане здоровья. Все-таки вот последние данные, 60 человек сейчас инфицировано, но и оказывает большое влияние на финансовое положение предпринимателей и работников. И понятно, что это в той или иной степени коснется практически всех и каждого. Как не испытать вот личный финансовый кризис из-за коронавируса, COVID-19. Сегодня мы поговорим в нашей программе с Артуром Костиным, соучредителем платформы сравнения финансов altero.lv. Здравствуйте, добрый день, Артур. Добрый день. Скажите, ну вы, я понимаю, что постоянно на связи с финансовыми учреждениями, с банками, вы более в теме, может быть, в курсе, насколько действительно сейчас вот эта тема, которая волнует абсолютно всех, вот как не потерять деньги, как спасти свое финансовое положение, ведь это понятно, что коснется не только предпринимателей, могут быть массовые увольнения, могут люди уходить в неоплачиваемые отпуска, и мы все понимаем, что у каждого из нас финансовые обязательства, у кого-то взятые кредиты, ну, у кого-то даже просто квартплата, которую нужно вносить, там, счета за коммунальные услуги, вывоз мусора и так далее. И если у человека, человек живет от зарплаты до зарплаты, понятно, что у него, ну, вот может настать, назреть какая-то критическая ситуация. Вот насколько, как действительно не испытать этого кризиса? Да, все верно говорите, на самом деле такая ситуация на данный момент и есть. В принципе, если говорить о банках, как банки сейчас смотрят на данную ситуацию, то они не знают пока что, что делать, и я бы сказал, что в основном и самая главная часть банков говорит то, что мы просто ждем, что будет. Да, понятно, что есть какие-то банки, у кого есть опыт в кризисе, у кого есть опыт в других странах, но на сегодняшний момент у банков ответа нет, и они продолжают кредитовать пока что. Продолжают кредитовать. То есть это... Но... Да, пока что да. Вот если мы созвонимся через 3 дня или через 4 дня, это возможно поменять. Вот на сегодняшний день банки продолжают кредитовать. Есть какие-то очень маленькие организации, которые незначительные игроки на рынке, которые говорят, что нет, мы не будем больше кредитовать пока что. Но остальные пока не приняли каких-то больших решений. И насколько я говорил с банками, они говорят, что не будет больших изменений, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Ну, то есть, если говорить опять насчет экономики и финансов, то, в принципе, если эта ситуация она будет не дольше, чем 2 месяца, даже если 3 месяца, тогда понятно, то, что маленький бизнес он очень пострадает, и у нас будет даже какая-то дырка в бюджете, потому что мы не будем получать налоги в этот срок. Но это не будет значить как бы такому глобальному большому кризису. Вы из России? В России, да. Сегодня пришли из России новости о том, что там, по-моему, процентные ставки по кредиту банки поднимают. И вот это вот, ну, такая тревожная тенденция, которая сейчас очень обсуждается. У нас в России вообще ставки априори, я бы сказал, в 5 раз выше, чем в Латвии. И поэтому судить Россию, делают ли они именно это из-за COVID-19 или нет, я не уверен. Может быть, это просто какое-то совпадение, или же они просто, может быть, этим пользуются на какой-то момент. Но тем более в России не такое количество зарегистрировано заболевших. Поэтому и многие именно в России медиа говорят, что пока что для них это не так страшно, и я не вижу никакого важного момента, почему это нужно было бы делать.
для предпринимателей, насколько удобно, насколько вот если брать какое-то решение для этих финансовых проблем, обращаться именно в свой банк, чтобы попытаться как-то уладить с ним вопросы, не дожидаясь, вот, ну, пока совсем наступит кризис? Ну, конечно, важно. Мы все понимаем то, что на данный момент очень много отраслей это коснулось, и я даже скажу, что, наверное, очень мало отраслей будет тех, кого это не коснется, потому что в любом случае как-то или иначе все связаны. И это не значит то, что только авио или перевозки или рестораны пострадали. Это страдает полностью экономика и бизнес. И понятно, что и не только у людей есть обязательства перед банком, но и у предприятий. И предприятие в данном случае, в первую очередь, самое важное, это обратиться в свой банк и найти какое-то общее решение. Потому что даже будучи со стороны банков, если смотреть со стороны банка, то банк не хочет потерять этого клиента. Банк должен идти навстречу. Ему это самому интересно и выгодно. Потому что если сейчас будет банк какой-то всем отказываться и говорить «Здравствуйте, ну нет, все-таки мы не пойдем вам навстречу», что он просто потеряет клиентов, и клиенты через вот это время, когда это все пройдет, они не вернутся просто к этому банку. И банк будет в проигрышной ситуации. Но другой банк какой-то возьмет этих клиентов. Поэтому можно, в первую очередь, нужно разговаривать с своим банком, и потом уже можно смотреть в какое-то другое место. Конфедерация свободных профсоюзов Латвии уже призывает предпринимателей не увольнять работников во время вот этого чрезвычайного положения, чтобы не потерять конкурентоспособность. Вот насколько вы тоже оцениваете вот эти предложения как, ну, какие-то меры, которые могли бы спасти, как-то улучшить эту ситуацию? Ну, видите, это смотря какой бизнес. Вот в нашей компании мы никого не увольняем, мы никого не шлем в отпуск, мы все работаем из дома, и у нас все происходит, но это наш бизнес. Да. Он такой есть, мы можем работать из дома. Но если это компании, допустим, маленькие, и ну, у них просто нет физических денег, чего платить, у них нет оборотных средств, и тогда у тебя есть просто вариант, или ты увольняешь, или ты на какое-то время прекращаешь сотрудничество. Ну, просто есть какие-то моменты, где нет вариантов, если мы говорим именно о предпринимателе. Вторая сторона – это что делать на данный момент правительство, какие решения у Министерства экономики или Министерства финансов, как они на это смотрят. Это, и я вот здесь скажу, что в Литве у них уже разработан план, как они будут помогать маленьким предприятиям, и не только им, а еще и самозанятым лицам. То есть они будут получать какие-то пособия. И в нашей ситуации у нас есть идея, что мы можем помогать предприятиям, что это нужно делать, но нету плана конкретно кому и с какими финансовыми показателями и какие отрасли должны быть задействованы именно в этой помощи, потому что навряд ли можно всем помочь. Всем помочь ты не можешь, чисто физически со стороны денег. И было бы, наверное, немножко глупо, если бы полностью все отрасли могли бы сейчас претендовать на то, чтобы они не платили какой-то налог или получили бы отсрочку по налогам. И это была бы такая ситуация, что Реми первый поднимает руку и говорит: «Да, здравствуйте, вот мне, пожалуйста, вот эту отсрочку налогов сделайте». Поэтому, ну, это была бы такая нездоровая ситуация. И я думаю, что просто мы ждем план от правительства конкретный, потому что конкретного плана и конкретных компаний, показателей или отраслей пока что нету. У нас есть звонки. Вот сейчас мы будем принимать 67212-93-9. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. В 2008 году банки в одностороннем порядке изменяли условия кредитования, повышали проценты кредитования или вообще даже прерывали кредитные договоры. Да? Скажите, и я смотрю, сейчас в моем кредитном договоре есть такой пункт, что банк оставляет за собой такое право изменить там в некоторых случаях условия кредитования. Скажите, а вы знаете такой какой-нибудь банк из местных латвийских банков, у которых нету такого пункта или нет? К кому обратиться за кредитом? Можете назвать такой банк? Спасибо. Спасибо. Я думаю, что я бы нигде не рекламировал какой-то отдельный банк в данной ситуации. И на самом деле нет. Такого договора я не знаю.
Единственное, как я могу посоветовать в такой ситуации, если вы планируете брать новый кредит, то вы можете просто попросить и сказать то, что вы не хотите такой пункт иметь у себя в договоре, и если вам один или второй банк скажет, что нет, мы не готовы на это, то третий или четвертый может с вами согласиться. И на нашей практике Волтеру не раз было так, что когда клиент просил изменить что-то в договоре, что его не устраивало, то банки, которые занимаются больше такой, ну, которые имеют большое место на рынке, они не идут навстречу, но вот, компании, которые поменьше, они могут поменять пункты в договоре, и я думаю, что такого одного ангельского договора нету, но в процессе переговоров, и если вы будете просить об этом, тогда я думаю, что у вас получится договориться, просто нужно воспользоваться не одним банком, а несколькими. Я напоминаю, что телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Мы на связи по скайпу с учредителем платформы сравнения финансов Altero LV Артуром Костиным и говорим о том, как вот предприниматели, обычные граждане могут сохранить свои финансы и, во всяком случае, минимизировать потери в связи с эпидемией коронавируса. Да, вот какие, может быть, рекомендации, что стоит делать людям, если они опасаются за свои финансы? Хотелось бы вот узнать, что бы вы могли посоветовать? Ну, в первую очередь, во-первых, не у всех есть финансовые обязательства перед банками или перед кредитными компаниями, поэтому в первую очередь нужно просто рассмотреть какие-то свои затраты и уменьшить ежемесячные затраты. Ну, как, насколько ты можешь, настолько это и нужно сделать, потому что мы сейчас находимся в такой ситуации, где у нас в стране средняя зарплата 800 евро или 750-800 нетто после уплаты налогов. Мы сегодня на данный момент имеем 17 марта. То есть, если чисто теоретически взять точку А, это первое число, и точка Б, это 30-е, то, значит, на сегодняшний момент у человека примерно 350 или 380 евро на руках. И сейчас приходит ежемесячный платеж. И, ну, что делать? Получается то, что ты, если ты в той ситуации, то, что тебя отправили в отпуск или уволили, и тебе нужно выбирать между тем, то, чтобы тебе сегодня заплатить банку и остаться без денег, или же тебе просто оставить себе деньги и пойти что-то купить, то понятное дело, что, скорее всего, люди выберут второй вариант, что будут все-таки что-то покупать, потому что они не знают, когда в следующий раз у них будет доход. И мы не знаем, никто не знает, насколько ситуация будет долго. Поэтому совет в первую очередь – это не покупать какие-то вещи, которые не являются первой необходимости. Второй – это пересмотреть все-таки свои кредиты, потому что в кредитах можно тоже идти в процесс договоренности. Если вы не можете сейчас платить на сегодняшний момент, то попробуйте договориться с банком или с кредитным учреждением своим, с кем вы сотрудничаете, что, может быть, этот платеж можно или вообще отложить на какой-то срок, и если вы являетесь особенно их долгосрочным клиентом. Второй вариант – это можно просто сделать дольше срок этого кредита, то есть если вот вы сегодня уменьшите выплаты, кредит, то есть, 2 года, и срок сделать больше, и этим же уменьшить ежемесячный платеж. То есть если был на 2 года кредит, и ты платил 200 евро в месяц, то ты можешь его растянуть на 4 года и платить 100 евро в месяц вместо этих 200. И таким образом, ну, уменьшится платеж, и ты сможешь все-таки продолжать платить и не попасть в список должников. И если вопрос сразу становится о том, что, ну, почему на 4 года и что теперь мне нужно будет 4 года платить этот кредит, то нет. Тогда, когда улучшится ситуация, вы сможете платить обратно те же деньги, то вы можете позвонить в банк и сказать, что вот я теперь хочу обратно 2 года, я готов платить больше, они всегда примут ваши деньги и укорочат этот срок. И третий вариант – это все-таки рефинансирование, потому что у разных банков и у разных компаний разные совсем ставки, и я думаю, что тоже здесь имеет место быть, чтобы рассмотреть вариант рефинансирования, то есть
у тебя есть сегодня кредит, или даже, может, если у тебя есть не только один, а у тебя есть несколько кредитов, ну вот, допустим, ты брал в лизинг телевизор, или покупал велосипед, и еще делал ремонт в квартире, и у тебя получается так, что у тебя два или три кредита, которые ты до этого платил, все было окей, но сейчас ты не можешь, поэтому можно посмотреть просто объединение кредитов или рефинансирование, как реструктуризировать правильно свои финансовые платежи, то есть чтобы платить меньше ежемесячную плату. Я думаю, что в этом плане не нужно лениться, и все-таки мы сидим дома, не выходим, услуги доступны онлайн, мы понимаем, сколько мы платим, мы понимаем, сколько, какой везде процент, просто можно отправить заявку и посмотреть, что кто предлагает, и, возможно, получить просто меньше платеж, или же таким образом отсрочить свой платеж. Потому что если эта ситуация, она недолгосрочна, и было бы, я думаю, что очень глупо все-таки попасть в базу должников, чтобы из-за какого-то мелкого кредита или из-за какого-то происшествия, которое вот сейчас есть, а потом его нет, было бы глупо попасть, потом не иметь возможность взять ту же ипотеку. То есть вот да, вы взяли кредит один, второй, у вас телевизор, еще что-то, вот выплатили, все классно, берете ипотеку. Но если все-таки вы не можете, то нужно подумать о своем финансовом здоровье, о финансовой стабильности, чтобы туда не попасть. Потому что в будущем ведь кто-то захочет купить квартиру, я думаю, и на это нужна ипотека, и не надо портить свою кредитную историю. Поэтому нужно, я думаю, просто рассмотреть разные варианты. Насколько вот эти варианты, вы говорите о том, что нужно попытаться обязательно сначала договориться со своим банком, но при этом не исключать возможности того, что, например, реструктуризировать, чтобы вот эти финансовые обязательства, можно сравнить предложения разных банков. Да, обязательно. Просто, конечно, нужно сравнить предложения разных банков, поставить себе вот здесь такой процент, здесь такая-то сумма, здесь такой ежемесячный платеж, здесь мне можно объединить, здесь мне нельзя объединить. Это все нужно сравнить и тогда выбрать себе лучшее. То есть вы предлагаете... Это очень, очень похоже, когда если кто-то, вот как ты выбираешь, допустим, отель, если ты едешь в Париж, то ты заходишь в Booking, ты набираешь Париж, и ты смотришь, вот в этом отеле такие-то условия, в этом 4 звезды, в этом 5, в этом 3, и какие цены, и ты просто там выбираешь наглядно. Ну, так же здесь можно и сделать для себя. Но это, с одной стороны, требует каких-то усилий, требует каких-то вложений, я понимаю, времени и желания этим заняться, насколько наш вот латвийский средний человек, понимает ли он это, может быть, кого-то отпугивает то, что он не сможет разобраться и совершить какую-то ошибку, выбрать не самое лучшее. Понятно, что есть такой фактор лени, и это, наверное, первый. И второе, то, что действительно не все понимают, не все получали финансовое образование, кто-то получал совсем другое образование, он в этом не ориентируется. Ну, поэтому есть тоже разные виды сервисов, в принципе, где можно это сделать в одном месте. То есть не обязательно идти в 10 банков, можно это сделать в сервисе, таком, который похож на Booking, и можно это увидеть там. Ну, то есть всегда, если есть, можно это делать в Altera, это тоже в одном месте. То есть зашел в одно место, заполнил заявку и получил много предложений, и наши консультанты всегда могут помочь. И это не стоит денег вообще. То есть это полностью бесплатная услуга. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшой перерыв на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня говорим с соучредителем платформы сравнения финансов Altera LV Артуром Костиным и говорим о том, как в условиях коронавируса не потерять свои сбережения, попытаться минимизировать вот эти потери. Микс Ньюс. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Я напомню, что сегодня мы говорим о финансах, вот то, что касается
наверное, каждого из нас. Какое влияние оказывает коронавирус, COVID-19 на финансовое положение как предпринимателей, так и работников? Звоните, задавайте ваши вопросы в нашей студии, виртуально по скайпу. Артур Костин, соучредитель платформы сравнения финансов Altera LV, 67212-93-9, 67213-93-9. Вот как, по вашему мнению, кого все-таки больше касается этот сейчас кризис, предпринимателей или работников? Кто вот на, скажем так, под большим стоит ударом? Ну, видите, первый касается предпринимателя, потому что он первый, кто не получает деньги или не получает заказ. И только после этого уже эффект идет на работника, если предприниматель или компания в данной ситуации не может справиться с финансовым положением в компании. То есть, если мы говорим именно кто первый, то это обязательно предприниматель. Но на кого больше, то тогда на работника, потому что работник может потерять именно 100% своей зарплаты или любого вида дохода. То есть здесь опять палка двух концов. Вроде предприниматель первый, но работник он может потерять все. Поэтому ситуация для обоих она одинаковая. Единственное, что, слава богу, что есть отрасли, которые страдают меньше, и кто переходит в дигитальные виды общения, и так как мы с вами сейчас, поэтому нам немножко легче по сравнению с теми, кто, допустим, с ресторанами или бизнесом, который занимается чем-то на улице, или где именно личный контакт с клиентом. Насколько вот вы в общении с людьми, которые вот обращаются в Altera LV, чувствуете ли вы какую-то, тревогу, обеспокоенность? То есть насколько сейчас люди понимают ли всю серьезность ситуации и увеличивается ли количество людей, которые обращаются за такой вот финансовой помощью? Ну, то насколько люди ведомы и насколько они обеспокоенная ситуация, это мы видели по фотографиям в социальных сетях туалетной бумаги, что все собирались играть в мумию дома. Но я думаю, что насчет Altera, да, у нас есть разные клиенты, разные заявки и отзыв клиентов, и особенно тех, кто хотят брать большие суммы. То есть на данный момент не осуществляются или очень мало осуществляются большие покупки, большие решения. То есть любые большие решения сейчас на паузе. То есть если семья планировала купить дом или купить машину, или сделать ремонт своей квартиры, или оборудовать свою кухню новой техникой, то такое решение сейчас не принимается. И даже те люди, которые к нам обращались именно для сравнения кредитов в одном месте, то мы им сравнили, все показали, но они говорят, что нет, спасибо, мы пока что просто подождем. То есть люди со стабильными, я бы сказал, финансовым доходом, они просто сейчас взволнованы, и они не хотят не предпринимать любых больших решений. В свою очередь, есть маленькие, те, кому нужны поменьше суммы, там понятно, что просто это уже такая отчасти безвыходная ситуация, что вот ты потерял работу, тебе нужна финансовая поддержка. У нас есть звонок, я напомню нашим слушателям, телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос на такую тему. Самозанятые лица. Я самозанятое лицо. Я торговала на ярмарках. И теперь все отменили, и на что теперь мне жить? Что делать самозанятым лицам? Ну вот так вот, скажем, какая ситуация? В случае самозанятых лиц, как со своей стороны, именно как со стороны Altera LV, я могу просто подсказать, что если нужно финансирование именно банковское или не банковское, то тогда можно обратиться в Altera LV и подыскать себе вариант финансирования, то есть это может быть тоже краткосрочный кредит на несколько месяцев. То есть это ответ на что мне делать, это в таком случае
финансироваться в банках или вне банков, чтобы вот этот период, короткий, я надеюсь, период времени прожить или по, ну, это получается финансирование. Второй вариант, это мы можем ждать, что предложит правительство, потому что в Литве на данный момент решение есть, и я думаю, что оно и у нас будет, просто попозже. Ну, то есть первое – это финансирование, второе – следить за актуальной информацией, которую дают медиа, и если у нас есть какое-то решение, то обращаться туда. Вот по поводу правительства, насколько действительно есть ли надежда, ну и как оценивают вот финансовые структуры и предприниматели, готовность правительства пойти навстречу, ну, налоговые каникулы организовать или какие-то все-таки оплаты больничных тем работникам предприятий, которые оказались на карантине, вынужденном, например, карантине, там вернулись из поездки из других стран или какие-то другие обстоятельства? Ну, видите, здесь опять вопрос налогов. Это как бы очень похоже с пенсией. То есть если ты работал на работе, ты платил социальный налог по полному, то есть полностью твоя зарплата облагалась всеми налогами, тогда у тебя и пенсия есть. И тогда в этом случае у тебя есть и защищенность. Пока что у нас нет плана, но если смотреть на Литву, тогда у тех работников, кто потеряли работу из-за коронавируса, то у них есть поддержка со стороны. А почему? Потому что они платили социальный налог. Я думаю, что было бы только честно для тех людей создать такую поддержку. В свою очередь, самозанятые лица, они тоже платили налог, просто это было в другом размере, и там был в другом размере социальный налог. И, ну и, соответственно, именно по пропорциям и самозанятые лица тоже могли бы получать. Но решать, понятно, то, что это все-таки правительство. Угу. Насколько... Если возможность она есть, у нас деньги в правительстве есть, в бюджете они есть, и можно просто их взять с одного места и положить в другое. То есть по факту они есть, и возможность есть. Просто вопрос приоритетов и будут ли это делать. Потому что сейчас не только люди требуют деньги, но еще и медицина, и защита, чтобы болезнь не развивалась дальше. И здесь нужно понимать, что на это тоже нужно тратить деньги, на это важно тратить деньги. А о какой сумме может идти речь? Ну вот если мы говорим о том, какая часть государственных средств может быть доступна для поддержки предпринимателей? Предпринимателей. Но это очень зависит от их потери и насколько их будут финансировать. Конкретную сумму я не назову, но я думаю, что если в среднем принять то, что, так сказать, маржа предпринимательная или 20, или 30%, но предприниматель потерял 60 или 70% от своего оборота, ну, тогда в этом случае, я думаю, что хотя бы половину ему нужно будет получать от своего оборота. Вернее, от маржи, которую он не получил. То есть вот это примерно объем тех средств, которые потребуются предпринимателям, чтобы... Для меня это просто звучит логично. Угу. Насколько сейчас вот эта ситуация, коснулась ли она только индустрии туризма, питания, индустрии развлечений, самозанятых лиц, которые вот, ну, оказались, ну, скажем так, самыми уязвимыми в этой ситуации? Или все-таки мы можем прогнозировать, что эта ситуация, развиваясь дальше, экономическая, затронет и другие сферы, и другие отрасли? Ну, видите, очень важная отрасль еще есть недвижимость, это очень, и строительство. То есть это очень большая и всегда весомая отрасль в экономике. Я думаю, что на сегодняшний день решение, опять-таки же, из-за того, что это очень объемное решение, решений большие компании не принимают, но здесь всегда в данной ситуации это вопрос именно времени. Чем дольше мы будем, так сказать, болеть и находиться в такой ситуации, в которой мы находимся, и тем больше эффект на это будет. И в тот момент, когда пойдет
будет эффект отражаться тоже и на строительство, и на вообще сектор недвижимости в общем, тогда понятно, что могут быть уже проблемы, которые можно назвать кризисом, потому что на данный момент кризисом это нельзя назвать. Да, действительно, краткосрочно малые предприятия пострадали больше всего, но малые предприятия, они не являются систематично важными для страны. Систематично важными для страны являются очень большие предприятия, большие финансовые организации и банки. И пока с ними все хорошо, так и кризиса нету. Но если мы затронем большой сектор, как недвижимость, и те же банки, тогда, конечно, будет... А после недвижимости просто идут банки. Поэтому тогда можно будет ситуацию назвать кризисной. И здесь вопрос именно времени. Насколько долго система сможет выдержать спадок оборота и спадок бизнеса как такового. Если это, на мой взгляд, это пару, 2-3 месяца, то мы просто спишем то, что у нас есть в расходы или в убытки, и через какое-то время забудем это. Но если это будет продолжаться там полгода или больше, тогда уже просто начнется проблема с недвижимостью, с платежеспособностью по недвижимости, закончится уже у кого-то срок пособия безработицы, и тогда могут быть проблемы намного большего масштаба. На сегодняшний момент я не вижу, что это могло бы происходить, но нужно просто понимать, насколько долго будет длиться ситуация. То есть можно ли сказать, что запас прочности вот нашей экономики, ну, это вот где-то 3-4 месяца, затем могут вот начинаться проблемы, то есть полгода и дальше это уже, ну, непосильный груз? Ну, и лично мое субъективное мнение, смотря на бизнес, да, я думаю, что это, скорее всего, так. И понятно, что нужно предпринимать очень много разных мер, чтобы так не было. И в данной ситуации я даже скажу, что, в принципе, каждый человек лично, он ответственен за то, что происходит не только, понятно, что с его здоровьем, но и с экономикой тоже. То есть если мы сейчас все будем бегать и целоваться с друг другом, тогда, ну, все заболеем и долго будем потом иметь какие-то последствия. Но если все действительно будут послушными и будут изолироваться, тогда мы просто намного быстрее и легче выйдем с этой ситуации. Мы каждый ответственность за то, что мы делаем. И сейчас каждый человек, он влияет на экономику на 100%. Угу. Ну и в том числе вот среди ваших советов все-таки вот сократить ежемесячные расходы на вещи, которые, ну, можно посчитать какими-то лишними, ненужными, но, с другой стороны, не приведет ли это к все-таки тому, что наша экономика как раз-таки испытает удар от того, что люди будут бояться тратить деньги и покупать только самое необходимое, но в первую очередь, конечно, это продукты питания. Это очень будет зависеть от дохода человека, потому что совет не покупать ничего лишнего, он идет простому среднему жителю, у кого действительно простой средний доход, и он живет вот у него от зарплаты до зарплаты, и, может быть, какие-то есть маленькие сбережения, но мы понимаем, что в Латвии пока что мышление сбережения поддерживают только бабушки, а скандинавского мышления сбережения у нас нету. Поэтому сбережений, скорее всего, у многих их тоже нету, поэтому я говорю, что нужно следить за своими расходами. Тот, у кого есть сбережения, у кого денег много, пожалуйста, он может идти и затариваться, чего он хочет, тем более получать скидки и быть радостным. Но это точно не относится на тех людей, у кого нету больших сбережений. Если говорить вот о том, что каждый из нас все-таки связан не только, может быть, у кого-то даже если нет кредитов, то все равно вот эти коммунальные платежи, которые тоже достаточно большие, высокие, они у многих людей занимают там треть буквально зарплаты. Насколько вот здесь вы советуете быть осторожными, то есть что человеку делать, если, например, он находится в вынужденном отпуске, стоит ли ему, может быть, все-таки требовать оформить увольнение для того, чтобы претендовать на пособие по безработице? Ну вот как вести себя, вот если у него эти платежи по коммунальным расходам?
Ну, во-первых, если ставить, расставлять приоритет в кризисной ситуации, то первое, на что тратятся деньги, это здоровье и еда. Второе, это все-таки финансовые платежи, потому что финансовые платежи, они несут ответственность дальше. И третье, коммунальные. Коммунальные, они, как бы, у них срок без ответственности, он дольше. То есть, если ты не заплатил один, второй или третий за коммунальные платежи, то ничего страшного, тебе будет какой-то штраф, или, может быть, даже при нашей ситуации не будет никакого штрафа, и можно попросить, можно отсрочить его, то, по-моему, это просто довольно-таки здоровый вид отсрочить коммунальные платежи. Поэтому, возвращаясь, первое, здоровье, ну, все, что связано со здоровьем и едой, второе, это финансовые обязательства, которые могут нести за собой последствия кредитной истории. И третье – это коммунальные платежи. А в свою очередь вопрос был насчет уходить ли с работы, чтобы получить безработицу, пособие по безработице. Ну, это нужно смотреть просто на свое предприятие и разговаривать со своим начальником и спрашивать: слушай, как ты смотришь, когда мы уже начнем работать, когда я смогу, и понимать это. То есть это, я думаю, что опять процесс переговоров. Если ты сам лично, каждый человек, который работает в своей отрасли, он знает лучше всего специфику этой отрасли, когда она возвратится обратно, и как он сам видит. То есть это, я думаю, как-то больше интуитивно и больше по чувствам. Если ты понимаешь, что в скором будущем никакого света там не будет, то, конечно, лучше оформляться. Если ты готов ждать вот эти месяц, два, три, то можно ждать. Но в любом случае, если ты хороший работник, тебя всегда возьмут обратно. И уже вот если подводя, может быть, итоги нашего разговора, говоря о том, что большинство людей, может быть, находятся в таком состоянии, когда они не понимают действительно, что делать в этой ситуации, обратившись, вот, например, в Алтеро ЛВ, можно ли как раз-таки получить какие-то консультации, советы, как реструктуризировать свои финансовые обязательства, как попытаться все-таки договориться с банками, у кого сравнить, если истории, сравнить предложения, если человек, например, не совсем понимает выгоду и какие-то минусы, которые последуют. Можно ли это сделать, обратившись к вам? Да, конечно. В принципе, Alteru сервис, он для этого сделан, потому что, я даже скажу больше, мне ежедневно или еженедельно звонят знакомые, они мне объясняют свои истории, они спрашивают: слушай, вот у меня вот такая-то ситуация, что мне делать? И я вместо того, чтобы отвечать на вопросы и разговаривать, я сразу напрямую отправляю в Alteru LV, я говорю, что это именно тот сервис, который тебе покажет, что тебе делать. То есть ты приходишь, заполняешь заявку на домашней странице, и ты получаешь обратно, ты выбираешь, что ты хочешь, пишешь, какая у тебя нужда, какая у тебя потребность, и просто банки и другие кредитные организации тебе высказывают свои предложения. Если у кого-то есть какие-то вопросы по твоим обязательствам, то они это спрашивают, и это все видно в одном месте, и самое главное, что это бесплатно, полностью, без там действительно нет никаких плат потом или еще чего-то. Это бесплатный сервис, так же, как и Booking, где ты на Booking можешь бесплатно все сравнить и заплатить уже конечному отелю. Так же и здесь ты можешь бесплатно все сравнить и потом заключить сделку конечно с банком. Ну вот. Так что так. Насколько... Насчет звонков был у вас вопрос. У нас больше 1000 звонков в день. Каждый день у нас больше 1000 звонков, поэтому можно и звонить, и можно просто ставить свой номер, можно тоже звонить. Ну, или просто зайти на сайт alteru.lv, да, там вся будет контактная информация. Но чувствуется, да, в принципе, что увеличивается какой-то, вот, я не знаю, интерес к вашему сервису в связи вот с этой такой необычной действительно для нас, для нашей истории ситуацией. В первую очередь уменьшаются большие покупки на сегодняшний момент, планированные большие покупки, то есть авто, недвижимость, то есть это стоит на паузе, но увеличивается именно спрос на сравнение кредитов, на рефинансирование тоже, то, что мы говорили, чтобы реструктуризировать свои кредиты, это сейчас на данный момент очень актуально, и наши, конечно,
эти запросы, они растут. Ну что же, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что соучредитель платформы сравнений финансов Altair.lv Артур Костин был сегодня с нами на связи. И мы говорили о том, как не испытать личный финансовый кризис из-за коронавируса. Спасибо вам большое и до встречи. Спасибо вам. Оставайтесь дома, не болейте. Всего хорошего.